Сегодня хочу поговорить об образе солнца. Солнце является одним из элементов визуализации, который очень хорошо применять в медитационных практиках. Каким образом? Если представить вечером или днем, когда вы раздражены или обеспокоены чем-то, солнце над собой, и представить, будто вы греетесь в его лучах, практически за 1-2 минуты вы сможете прийти в очень хорошее психоэмоциональное состояние и почувствовать состояние комфорта в середине своей души и сердца. Также образ солнца может помочь человеку избавиться от заболеваний, связанных с проблемами глаз. Для этого необходимо удерживать образ солнца сзади, как будто вы видите солнце у себя между двух лопат. Если это делать каждый день хотя бы по 2 минуты, то вы и сможете восстановить свои глаза. Образ солнца необходимо использовать еще и для того, чтобы желания, загаданные вами, исполнялись. Для этого необходимо представить себя солнцем в повелительной форме. Загадывайте желание, и оно в дальнейшем у вас исполняется.